Директор Нижневартовской школы номер 21 покинула свой пост. Елену Левицкую уволили после инцидента в учебном заведении. Напомню, 6 декабря перед началом урока в школе произошел конфликт между восьмиклассниками. В результате один из учеников нанес другому серьезные ножевые ранения. Инцидент был зафиксирован камерой видеонаблюдения. В ситуации разбираются не только следователи и прокуратура, но также сотрудники окружного департамента образования и науки. Накануне директор профильного ведомства Алексей Дренин заявил о намерении принять жесткие меры в отношении тех, кто допустил ЧП. В Нижневартовск незамедлительно отправилась межведомственная комиссия. После проверки учебного заведения директора школы сняли с должности. Также была уволена классный руководитель. Проверка ведется и в отношении других сотрудников.